В армии подшиву шили, каждый день пришивали подшиву на китель, и там с иголкой научился работать. Ну, медведь, да, дает тебе отпор, ты пытаешься его обвести, он тебя рукой хватает. Вот у нас в команде есть мальчик покрупнее меня, кандидат мастера спорта по борьбе. Вот тогда медведю не повезло, когда он выбежал на этап. Тогда медведь падал. Ну да, медведь такой увесистый, большой, широкий. Очень неудобный конкурс. Были две первые пары, отсидели все как положено, зачет сдали, отпустились в последних двух пар. А так в общагу вообще сильно хотелось спать лечь. Я вообще здесь спонтанно появился. Меня пригласили просто в последний момент, у них отказался. Я с другого курса даже. В этом году мы стали победителями конкурса грантов, поэтому у нас возможности расширились. Первоначально у нас принимало участие всего 8 команд, от каждого факультета по команде и 2 команды преподавателей университета. Сейчас мы выросли до 34 команд.